Дорогие мои везунчики, ну что, продолжаем разбираться с современными красивыми летними топами, джемперами, туниками. Я надеюсь, вы повязали вместе со мной. Два денька пока меня не было, а сегодня я представляю вам подробный мастер-класс по роскошнейшему узору фиалковый топ. Мой любимый оттенок пряжи Мело. Как же мне он нравится, необыкновенный. Холодный, сиреневый, яркий цвет, 86-90. Я влюблена в этот оттенок, вязала бы из него и вязала. Разберемся с узором. Может быть, если вам очень нравится эта модель в белоснежном варианте, она хороша точно так же. Но мне, наверное, либо в белоснежном, либо вот такой яркий вариант видится для этого узора. Он напоминает мне павлиные перья, может быть, в изумрудном еще оттенке классно смотрелось бы. И, конечно, в мятном, в бирюзовом. Ну, я на море, поэтому меня тянет на такие яркие, сочные краски. Пряжа прекрасно выглядит в узорах, у нее достаточно экономичный расход. Смотрите, я вязала спицами номер 4. А на такую длинненькую спицу 3,5 я надела вам просто для демонстрации его по ширине. Такой большой образец, потому что раппорт узора большой, но этот узорчик вяжется как песня. Очень просто. Изнаночные ряды вяжутся, если по кругу, то все лицевыми по рисунку, иногда изнаночными. Если изнаночный ряд, тоже все по рисунку. Накиды изнаночными провязываем. Поэтому узор эффектный, но вяжется легко. Это очень важно. Спицы 3-4 нам рекомендовано. И классическая толщина 125 метров 50 грамм. Так, ну что же еще хочу я вам рассказать. А, делаю прослед. Я из этой пряжи другой топ вам сейчас уже заканчиваю снимать мастер-класс. Планирую бусики лавандовые поля. Называется данный набор. И из именно такого же оттенка, в такой же гамме бусин я сделаю браслет. И так как здесь есть в наборе вот такие замечательные штучки, сделаю еще серьги. Такая у меня задумка. Наверное, бабочки туда отправятся. Бусины очень качественные. Это стекло в основном. Есть очень мало, все продумано, маленьких деталей переходных. И все бусинки оригинальные. И эти наборы, посмотрите, здесь вообще розочки сиреневые нарисованы. Можно бесконечно рассматривать. Вот эти мне тоже очень нравятся. Так что небольшой комплект к своей будущей маечке я сделаю вот из этого набора. В комплект к моему любимому цвету пряжи Мело. А мы с вами приступаем. Раппорт узора равен 16 петлям, то есть мы набираем столько раз по 16 при вязании туда-обратно, сколько нам необходимо раппортов, и прибавляем одну петельку и 2 кромочные. Если по кругу, то столько раз по 16, сколько нужно. И в высоту мы будем вязать с вами 28 рядов. Но я изнаночные ряды покажу один раз, далее на них останавливаться не буду, поэтому я надеюсь, мастер-класс не будет слишком длинный. Для образца я набрала 3 раппорта по 16 петель, плюс 1 петля симметрии, плюс 2 кромочные. И в этом образце 2 раппорта провязаны в высоту. Схему этого замечательного узора я прикреплю за сегодняшний день в шапке своего телеграм-канала. Обязательно подписывайтесь, там море идей, схем, описаний, очень много информации по вязанию. Каждый день мы публикуем новинки пряжи, новые линейки, все самое актуальное, свежее, трендовое. Первый ряд раппорта узора. Снимаем кромочную и начинаем вязать раппорт. Изнаночная, накид, 5 лицевых. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. 2 вместе с наклоном влево. 5 лицевых. И накид. Повторяем раппорт. Он очень простой. Начинаем с изнаночной. Далее накид.
5 лицевых. Две вместе с наклоном вправо, лицевой, изнаночная. Две вместе с наклоном влево, со задней стенки, 5 лицевых. Накид. И у меня остался третий, точно такой же раппорт. Заканчиваю третий раппорт, накид и одна изнаночная дорожка. Это петля симметрии. Изнаночная, кромочная. Провязываем изнаночной по кругу. Точно так же, только без петельки симметрии. В изнаночных рядах все очень просто. Мы вяжем по рисунку. Накиды провязываем изнаночными. Итак, я вяжу лицевую, накид изнаночный. Далее у меня 5 изнаночных. Лицевая и так далее. Какую петельку видим, такую и провязываем. То же самое при вязании по кругу. Какую петлю видим, такую и провязываем. Но накиды провязываем лицевыми. Далее я не буду показывать черные ряды, так как они все вяжутся по рисунку. И при вязании по кругу, и при вязании туда-обратно. Третий ряд. Снимаем кромочную раппорт, изнаночная. Далее 2 вместе с наклоном влево. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И 2 вместе с наклоном вправо. Повторяем раппорт и в конце провяжем изнаночную симметрию. За каждого лицевого ряда не забывайте провязывать одну изнаночную симметрии. А мы с вами в лицевом уже пятом ряду. Итак, изнаночная, далее накид, 2 вместе с наклоном влево, 5 лицевых, изнаночная и симметрично 5 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид и повторяем раппорт. Начинается он с изнаночной. Седьмой ряд, раппорт узора, как обычно, начинается с изнаночной. Далее 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Повторяем раппорт. Начинается он с изнаночной. Далее 2 вместе с наклоном влево, накид и так далее. Девятый ряд начинается с изнаночной. Накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид. Повторяем раппорт. 11 ряд, изнаночная. 2 вместе с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, симметрично, вторая часть раппорта, 2 лицевые, накид,
2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Повторяем раппорт. 12 ряд, раппорт узора, изнаночная. Далее накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 лицевые, изнаночная и симметрично, 3 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, так тут было у нас влево-влево, а здесь накид и 2 вправо. 2 вместе вправо и накид. Повторяем ряд. Изнаночная. 2 вместе с наклоном влево. Далее 5 лицевых. Накид, изнаночная, накид, 5 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо. Повторяем раппорт. 17 ряд. Изнаночная. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, накид, 5 лицевых. Повторяем. 19 ряд, изнаночная, 5 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево, 5 лицевых. Повторяем. 21 ряд, изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо и накид. Повторяем. Третий ряд. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Повторяем. 25 ряд, изнаночная, 2 лицевые, накид. Далее 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Повторяется. 27 ряд, изнаночная. 3 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 лицевые. Повторяем.
А на этом, дорогие мои, я заканчиваю мастер-класс. Вяжите вместе со мной. Модель красивая, достойная, простая. И вы можете таким узором связать не только джемпер, но и кардиган, маечку, тунику, все что угодно. И я надеюсь, получите огромное-огромное удовольствие. А я сейчас отправлюсь нанизывать браслет на резиночку, сочинять летний яркий браслет. Ссылки на разнообразные наборы пуговиц и бусин Джесси Джеймс вы найдете в описании под видео в первом комментарии. Также на раздел с распродажей, у нас там очень интересно. На пляжу Мело я тоже оставлю ссылочку. И, конечно, наш магазин с огромным выбором. Телефон магазина, все координаты, доставка по всему миру вы найдете тоже в описании под видео и в первом комментарии. Целую вас, обнимаю, скоро увидимся. Пока-пока.